Вообще всегда один каталог приходит бесплатный, но вы можете всегда заказать комплект каталогов по льготной цене 20 рублей за штуку, 5 штук. То есть всегда в бланке заказа, вот здесь, есть такая графа. Каталоги. С этим заказом вы можете купить комплект из 5 каталогов следующего периода по цене 100 рублей. В случае отказа поставьте галочку. Если вам не нужен комплект, вы ставите галочку. Тогда вам придет один бесплатный каталог. А так в каждый заказ вкладывается 5 каталогов. Поэтому будьте внимательны, никто за этим не следит. Вы перенесете оператору, оператор обработает вас в бланк и даже не спросит про каталоги. Если вы звоните по телефону, вам тоже нужно сказать, что каталоги вам нужны или не нужны дополнительные. И по интернету код отказа от каталогов можете записать 90-120, одна штука. Код отказа от каталогов, заказ через интернет, если делаете, 90-120, одна штука. Он там написан, но его никто не видит. Хотя он написан жирным шрифтом, и прямо перед носом. Ну, просто никто не читает ничего, так чисто делает заказ. Итак, но мало один каталог, да, один должен лично у вас в сумочке лежать. Помните, я говорила, лично ваш, неприкасаемый, потому что если вы куда-то пошли, у вас всегда должен быть каталог с собой. Раздавать каталоги. Вот у нас есть директор компании «Арифлейм» Александр Мишин, он живет в городе Волжск, Волгоградской области. Значит, он раздает каталоги следующим образом. Он покупает 20 каталогов, выходит на улицу, вот улица Маяковского, например, да, мы просто мастер-класс однажды видели его, это вообще супер. Вот он идет, заходит в каждую открытую дверь, заходит и говорит: здравствуйте, я принес вам каталог «Арифлейм», я сейчас покурю 15 минут там, значит, вы мне здесь заказ запишите. У него там бланк вот такой приколов тоже, да. Все, и идет дальше, доходит до конца улицы и обратно возвращается, уже собирая заказы, да. Вот если взять у нас «Адмирал», вот говорят, в «Адмирале» там офис есть, там, да, вот мы просто опыт однажды проводили. Мы пошли по разным, вот прямо взяли этаж, да, и пошли по этим, по, да, спрашивайте, вам каталог на «Арифлейм» принесли, там, да, не принесли, в общем, я 5 каталогов раздала, у меня больше не было с собой каталогов. Понятно? То есть там офис есть, вроде бы, да, чужой. Там есть, вроде кажется, уже все там кругом в «Адмирал» носят каталоги, ничего подобного. Здесь магазин «Цветы», напротив офиса. Провожу школу, говорю, зайдите, пожалуйста, в «Цветы», унесите каталог. Я только что там «Цветы» покупала, сказала, что каталог нужен. Никто не шелохнулся. Я зашла после вечера уже проверить, но я человек слова, если я сказала, то мне нужно проверить, да. Я говорю, вам каталог-то занесли? Нет. У меня шок был. Целый был зал, здесь вот я рассказывала, да, что идите, вот там клиент есть, который ждет каталог. Я оставила каталог, она заказ не сделала. А после меня уже, знаете, почему не зашли? Каталогов не было, понимаете, с собой. Вот. Поэтому обязательно используйте каталог, не выбрасывайте старый, Надежда сказала, да, используйте его еще повторно. Значит, да, каталог дается на 48 часов. Значит, это чисто психологический ход. Нельзя давать более чем на 48 часов, потому что через 48 часов человек обычно раздумывает о принятии решения, которое он произвел. Сначала он на подъеме, да, посмотрит, это хочу. Через 48 часов уже, ой, вроде сапоги надо купить, это надо купить, да, и все, у него уже остывает. А вам же надо...